Большая выставка зарубежных вузов стартовала в городе Нур-Султан 5 октября. Мероприятие уже состоялось в части городов Казахстана. Большой интерес оно вызвало у местных уральских абитуриентов. Выпускники школ пришли сюда, чтобы узнать о возможностях поступления на учебу за границу. Представители вузов США, Великобритании, Азии, стран СНГ рассказали о том, какие требования предъявляет то или иное учебное заведение, какие условия созданы для иностранных студентов и на что может рассчитывать выпускник вузов. Университетские гранты делятся на три категории. То есть первая категория A, B, C. Категория A – это включается все, то есть вплоть до билета вам оплачивается и обучение и так далее. Категория B направляется только обучение бесплатное и проживание. И категория C – только обучение бесплатное. То есть все остальные расходы у студента уже должны оплачивать сам. Одни из самых популярных сегодня – вузы Чехии. Зарубежные специалисты охотно берут на обучение местную молодежь. Но чтобы поступить, необходимо усердно заниматься и выполнить некоторые условия учебных заведений. Мы представляем Оставский университет. Это университет гуманитарный, состоящий из 6 факультетов. Для казахстанских студентов открыта возможность бесплатного обучения в Чехии. Есть одно условие – овладеть чешским языком. При этом условии государство платит расходы на образование для любого человека без ограничения гражданством или подданством. На сегодняшний день за рубежом обучается свыше 150 тысяч казахстанцев. Специалисты образовательной сферы прогнозируют, что к 2025 году эта цифра может вырасти до 400 тысяч. Заинтересован мне германский университет, в центре Германии находится. Там бесплатное обучение. Как говорят, просто нужно знать английский язык. Я уже решаюсь поступать за границу, так как нужно совершенствоваться, изучать другие языки. Хотя общее количество претендентов на бесплатное место в зарубежных вузов доходит до нескольких сотен, шансы все же есть. Ряд казахстанцев, в том числе и жителей Уральска, доказывают свои высокие способности. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.